Всем привет! Сегодня мы построим железного голема из Майнкрафта. Прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Перед тем, как начать туториал, посмотрите, что он умеет. Откидывает постройки. У него смешная анимация ходьбы. Также он быстро двигается и умеет поворачивать головой. А сейчас время туториала. Если вам что-то непонятно, то смотрите на эти нижние циферки. Там написано, как я масштабирую. У этого колеса ставим крутящий момент на максимальную скорость на единичку. У держалок отключаем коллизию. У сервопривода ставим крутящий момент на максимум, скорость сервопривода на 50, а угол наклона 90 градусов. Сейчас мы будем строить механизм для анимирования ног.
колес крутящий момент ставим на максимальную скорость, не 50, а одного ставим обратный поворот. У ног необходимо отключить коллизию. А также у всего этого механизма. Теперь привязка клавиш. У колеса поставлю клавиши EQ. У левого сервопривода нужно включить обратный поворот, и теперь их тоже привяжем. Сначала ставим любую клавишу, а потом ставим либо левый клик, либо клавишу F. Если вы на телефоне, можете поставить круглую кнопку. Сзади нужно все это закрепить. Сейчас я вам расскажу, как делать декор. Ставим масштаб на 0.5, уровень скрепления на минимальный и ставим таким вот образом блоки. У нас получаются такие маленькие пиксели, потом мы их просто раскрасим. Спустя пару минут я завершил и начинаю раскраску. Вот такая у меня передняя часть получилась. Также нужно сделать со всеми остальными. Если хотите увеличить радиус и мощность удара, можно поставить вот здесь железные блоки, а потом протянуть палочку, и получится вот такой вот механизм, и все это скрыть. На этом я буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Ух Геймс. Всем пока!